Приветствую, друзья! Вот смотрите, какая простая, но удивительная вещь. Вот я беру вот так руки и начинаю вот так делать, вот так делать, вот так делать. Напрягаю, 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 напрягаю. Мое внимание все время на них, на том, как я их сжимаю. Два кулачка вот так вот и вращаю. А хотите, могу вот так делать. И вращаю. При этом я же прислушиваюсь к тому, как я нажимаю. Вы понимаете, в чем дело? Когда внимание мое фиксируется не на внешних обстоятельствах, постоянно реагирую, а именно на чем-то внутреннем, на ощущении, на самоощущении, на ощущении, на данном случае, которое я сам создаю, вот я напрягаю, и напрягается, я начинаю чувствовать, как там. И вот делаю эти движения, то есть я фиксирую внимание. А потом я отпустил вот так, и так хорошо. А вот вы попробуйте. Любое действие, повторять не буду. Можете пересмотреть еще раз ролик. Там нетрудно, нажал и снова посмотрел. И вы увидите, 2-3 раза так посмотрите, потом вот так сядете, отпустите. Взгляд рассеянный, стадия после действия. И наступает такое благоденствие, такой комфорт от простого действия. Потому что вы просто переключили внимание и некоторое время внимание фиксировали на внутренних ощущениях. Да. А я при этом сопровождал словами и добавил, что потом, когда вы сядете вот так после действия и отпустите себя, наступит благоденствие. Да, сделайте. А потом поймете, на чем основаны все другие вещи, которые связаны и с йогой, и с медитацией, и с разными упражнениями. Дают советы, советы в интернете. А вы сейчас начнете понимать саму соль. Что же там происходит? Итак, напишите свои представления по этому поводу, и мы обменяемся этими впечатлениями, и вы потом сами всегда сможете сделать себе любой прием, в любой момент, чтобы выскочить из этого напряжения, постоянного реагирования, освободиться, переключиться, да, переключить доминанту. А кто управляет доминантой, как писал Ухтомский великий, управляет жизнью. По-моему, так там написано. Посмотрите.